Алексей Пехов. «Ведьмин Яр». Из цикла «Страж». Часть третья. Продолжение. Пугало тащилось следом за мной в шагах в 20, то появляясь из-за деревьев, то отставая. Странное оно все-таки. Пользы от него, скорее всего, не на грош, но я был рад его компании и тому, что здесь не один. Из-под ног выскочила серая крыса, вильнула голым розовым хвостом и скрылась в траве. Было видно, как пригибаются травинки там, где она бежит. Что же, значит, не одни мертвые подались в леса. Крысы из Виона тоже решили немного побыть в единении с природой. Лес стал гуще, пропали залитые солнечным светом полянки и просеки, перестали встречаться вырубки. В большом количестве появились звериные тропы и следы. Местность постепенно менялась, начались осины, я стал спускаться в низину, как раз вдоль ручья. В некоторых местах она оказалась заболоченной, пришлось искать обходной путь. Первое бело-желтое пятно я увидел совершенно случайно, когда повернул голову направо. Присмотрелся, прищурив глаза, и разглядел сидевший на пеньке скелет. Тот не двигался. Поправив пояс, чтобы кинжал был под рукой, я поспешил в эту сторону и был вознагражден нелепой картиной. Лес был запружен мертвыми. Старые кости, непонятно как соединяющиеся друг с другом, находились везде, куда ни кинь взгляд. Некоторые лежали, словно спали. Часть из них оказалась присыпана серыми прошлогодними листьями. Другие стояли, третьи сидели, а четвертые даже висели, зацепившись руками или ногами за нижние ветви деревьев, словно постиранное, а теперь сушащееся белье. Где-то поодиночке, а где-то и группами мертвые захватили этот участок леса, не желая спокойно лежать в могилах. Никто из них не шевелился, хотя мой дар позволял чувствовать, что они не совсем мертвы. Я шел, поглядывая по сторонам, скорее с любопытством, чем с опаской или отвращением. Некоторые скелеты оказались большими оригиналами и застыли в величественных позах, или совершенно смешных, или гротескных. Вот мыслитель сидит на камне, подперев костяным кулаком желтую скулу. Здесь юноша фехтует невидимым клинком, застыв в бедрое Мидцорнорд. А эта парочка самозабвенно целуется, слившись в костлявых объятиях и соприкоснувшись друг с другом оскаленными улыбками. Там дальше поэт декламирует свои вирши на радость десятку восхищенных слушателей, а возле кособокой осины беседуют о чем-то два почтенных мужа. И рядом с ними, упав крестом, замаливает грехи какой-то монах. Чуть дальше пахарь с невидимым плугом, сразу за ним, рядом с покрытыми мхом камнями, женщина баюкает несуществующего младенца. Их было чертовски много, этих мертвецов. Когда я проходил мимо, несколько черепов повернулись в мою сторону, и теперь я шагал, провожаемый взглядами пустых глазниц. Пожелтевший скелет, где-то потерявший левую руку и большую часть ребер, увязался следом за мной, привлек внимание еще двоих, судя по позам резавшихся в кости, но эта троица довольно быстро отстала, отвлекшись на порхающую между деревьев бабочку-капустницу. Некоторые из лесных гостей были обряжены в остатки погребальных саванов, но большинство скелетов оказались просто голыми. На них не было видно даже малейших признаков плоти. Достаточно далеко от того места, где я находился, между деревьями я заметил женщину. Она была невысокой, крепко сбитой, в сером жилете и длинной юбке. У нее были грязные, немытые, растрепанные седые волосы, крепкие руки с облупленными ногтями и творожисто-белое рыхлое лицо, на котором не оказалось ни глаз, ни носа, лишь обрюзший рот, на гладкой, словно коленка кожи. Я цокнул языком. Убавляющее мясо. Экая неприятность. Вот уж кого не думал здесь встретить. В любом другом случае я не оставил бы ее у себя за спиной. Я исполнил бы свою работу, но сейчас, уничтожая душу, я рискую взбаламутить это тихое царство. Неизвестно, сколько придется успокаивать пляски и хватит ли у меня на это сил.
Поэтому я прошел мимо, дав себе слово вернуться и прикончить мечущуюся душу, прежде чем она кого-нибудь убьет. Но, к большому удивлению, впереди, прямо на своем пути, я увидел еще двух убавляющих мяса. Они играли в чехарду с каким-то остервенением, прыгая через спины целой вереницы скелетов. Пугало ими нисколько не заинтересовалось, прошло мимо, направляясь в самую густую часть чащобы. Туда, где мертвых было особенно много. Заметив меня, души перестали развлекаться, переглянулись и сделали шаг в мою сторону. Я без суеты достал кинжал. Увидев черное лезвие, они остановились, еще раз посмотрели друг на друга. Было понятно, что между ними происходит какой-то разговор. Наконец они отошли в сторону, уступая мне дорогу, и вновь занялись своими странными играми. Я чувствовал их голод и желание убить меня, но также их страх. Убавляющие не слишком разумны, в том смысле, что некоторые другие злые сущности предпочитают убраться как можно дальше, если я оказываюсь рядом. У этих же тварей чувство самосохранения почти отсутствует. Я помянул дьявола, когда увидел сидящую в траве четвертую убавляющую. Это полировало снятый с ближайшего скелета череп, нежно протирая его краем подола своей изодранной юбки. Четыре души вместе, когда их и по одной-то редко встретишь. Что могло заставить подобных созданий собраться? Я резко обернулся и увидел, что к тем, что играли в чехарду, присоединилась первая, и теперь все трое смотрят на меня. Впервые я почувствовал себя несколько неуютно. «Уходи, пока цел!» — прозвучал у меня в голове голос проповедника. Разумеется, никакого проповедника и близко не было, он остался далеко на кладбище, а все это лишь мое разыгравшееся воображение, но я решил принять превентивные меры. Достал из кармана мелочь, не глядя, бросил ее себе за плечо, скороговоркой пробормотав нужные слова. «Теперь, если они пойдут за мной, монеты их остановят». Полировавшая череп оторвалась от своего занятия, ее безликое лицо оказалось покрыто отвратительными язвами. Меня так и подмывало прикончить убавляющих, но и эта агрессия не проявила, поэтому я, повернувшись к ним лицом, отступал спиной, пока все четверо не скрылись из виду. Черт знает, что происходит! Столько тварей раньше я видел только на полях сражений. Им здесь нечего делать. Ни плоти на мертвых, ни беззащитных живых. Впрочем, вполне возможно, что они обитали на старом кладбище, и пляска смогла закружить и их, притащив в лес. Кажется, я пришел в самый центр сборища мертвых, потому что количество черепов на поляне превышало все возможные пределы. Словно грибы после дождя. Затхлый запах костей заглушал другие ароматы. Пугало, не шевелясь, торчало у кромки леса, отвернувшись от меня и склонив голову на бок, словно к чему-то прислушиваясь. Понимая, что ходить мимо костяков можно довольно долго, я спросил у первого же скелета. «Я ищу вашего короля. Где он?» Тот щелкнул челюстью, даже не повернувшись в мою сторону. Зато его сосед поднял руку, указав мне нужное направление. Король Тотентанца при жизни, наверное, был рыцарем. Во всяком случае, в руке он держал ржавый фландерк, а на голове его торчал помятый хунсгугель с поднятым забралом. Да и осанка у его величества была прямой, словно в позвоночный столб вбили кол. «И что вам в земле не лежится, как всем приличным мертвецам?» — спросил я у него. «Город перепугали, кладбище стоит пустое. Нехорошо». «Не стражу нас учить, что делать и как спасать себя», — прозвучал у меня в голове шелестящий шепот короля. «Мы не вернемся, пока это не кончится». «Не кончится что?» — не понял я. «Не кончится то, зачем они это делают». Добиться вразумительных ответов у меня не получилось. Точнее, король не собирался их давать. Я поборол раздражение, подбирая в голове подходящие слова. С подобным явлением я мог только разговаривать, как какой-нибудь обычный человек. Оно не обязано мне подчиняться или отвечать на вопросы. Я не пес господень, чтобы кости при моем приближении прыгали как шелковые и выполняли любой приказ, в том числе и марш обратно в могилу.
Но спросить я ничего не успел, потому как из-за деревьев появились четверо убавляющих плоть. Еще три, те самые, которых я видел раньше, вышли с другого конца леса. Одна отсутствовала, моя мелочь ее все-таки задела. «Беги», — равнодушно сказал король мертвецов. Я, оскалившись ничуть не хуже, чем он, крутанул кинжал меж пальцев. «Семеро! Развелось рядом с Вионом, гадин, от них уже не скроешься. Догонят, выпьют жизнь, не поминай, как звали». Одним движением руки в воздухе я расчертил на земле широкого осьминога. Король, кажется, усмехнулся, но говорить ничего не стал. Пугало, как назло, куда-то делось, впрочем, помочь оно мне бы не смогло при всем своем желании. Очень немногие одушевленные умеют причинять вред душам, да еще таким сильным и злобным. Они уже неслись на меня, выставив руки со скрюченными грязными пальцами. Я хлестанул по воздуху кинжалом, начертив спираль, и передо мной появился длинный золотой шнур. Схватив его, я, что есть сил, дернул на себя, и пространство с одного бока собралось складками, выпятилось пузырем, искажая вид всего попадающего в него. Я тянул и тянул, напрягая мышцы, а затем, когда троица почти добежала до останавливающей фигуры, отпустил шнур. Пространство распрямилось с потрясающей скоростью, разгладилось и тут же громко хлопнуло. Оно стало тетивой, а злобные души — арбалетными болтами. Им хорошенько врезало, и они полетели в обратном от меня направлении. Что с ними стало дальше, я не смотрел, потому что четверка с другой стороны уже достигла нарисованного осьминога. Как только первая из них пересекла границу, так сразу начала дымиться. Фигура пила из души ее силу. То, что сдерживает убавляющую в нашем мире. Но слишком медленно. Чтобы исчезнуть, призрачной женщине требуется находиться на этом месте больше 2 минут, а у меня нет столько времени. Я с разбегу ударил ее плечом, а затем локтем и взятый обратным хватом кинжал вошел в ее тело. Она взвыла и перетекла в клинок. Мгновенная дрожь в руках, легкий приступ тошноты, звон в ушах. Некогда обращать внимание на такие мелочи. 3 ее товарки уже были в круге. Резко подняв руку, я направил на них открытую ладонь, и ближайшая ко мне убавляющая тут же упала на землю, дергаясь и пытаясь встать. Из-под нее вверх уходил пар, словно она была рыбиной, попавшей на раскаленную сковороду. Вторая бросилась мне в ноги, и я ударил ее в лицо сапогом, одновременно воткнув кинжал в шею третьей. «Остались 5, промелькнуло у меня в голове. На плечи рухнула тяжесть. Я почувствовал, как ломит виски, как двоится зрение. Скороговоркой произнес фразу, взмахнул руками, плеснув невидимым для человеческого глаза пламенем на тех, кого отправил с помощью золотого шнура прочь, и кто слишком быстро успел вернуться. Кинжалом резанул повисшую у меня на плечах, что из силы крутанулся, освобождаясь от хвата, перекатился по земле и вбил свое оружие в сердце той, что была пригвождена к земле. Сверху на меня упала еще одна тварь. Обхватила руками шею, пытаясь задушить. Я взревел, видя, как к ней спешит подмога. Ситуация складывалась хуже не придумаешь. Я терял силы, словно пробитый пулей бурдюк с водой, а их все еще было много. Чертовски много. На пределе своих возможностей, встав на ноги, я тут же рухнул на спину, придавливая душу к земле, заставляя ее всем телом ощутить начертанную фигуру. Помутневшее зрение отметило прыгнувшую тень. Машинально я выставил кинжал, позволив ей напороться на него, ощущая, как клинок трясется от переполнившей его силы. Кто-то вцепился мне в ноги, и я, теряя сознание, активировал фигуру, созданную мной еще накануне вечером. Земля просела от удара, взвыла, в воздухе закружились знаки, каждый из которых падал на души, впивался в их плоть, ослаблял. Ту, что сидела на моей груди, снесло. Я почувствовал, как захват на шее ослаб, саданул назад локтем, поднялся и, развернувшись, опустил кинжал на гадину. Это потребовало от меня порядком выпитого душами просто нереальных сил. Так что я почти сразу упал опять, уже зная, что уцелевшая меня точно прикончит. Надвинулась чернильная тьма с воем, криком, диким хохотом и громом барабанов. А затем мрак рассеялся, пришли серые сумерки. Я все еще, удерживая кинжал влажной ладонью, попытался разглядеть, что происходит. Быстро начало светлеть. Колдовство, упавшее на лес, стремительно рассеивалось. И я увидел девушку. Ее одежда была ослепительно белой. Белый берет, короткий мужской камзол,
Рубашка с кружевным воротником и рукавами, штаны для верховой езды и даже сапожки. Тем более впечатляюще смотрелись красные вкрапления, словно кровь, пролившаяся на нетронутый снег. Алое фазанье перо в берете, алая рубиновая брошка на горле, алая строчка по воротнику, рукавам камзола и сапогам. Она шла по дымящейся земле, держа в руках, затянутых в белые перчатки, черный кинжал с сапфировым набалдашником. Остановившись рядом с последней, почти развоплотившейся душой, девушка подняла на меня светло-карие глаза и спросила: «Не возражаешь?» Я покачал головой и вытер кровь, текущую из невесть каким образом разбитой губы. Кинжал спасительницы добил последнюю из убавляющих. «Привет, синеглазый», — сказала девушка. «Здравствуй, Гера», — поприветствовал я ее. «Вот уж кого не ожидал встретить, так это тебя». «Признаться, я не думала, что мы столкнемся. Извини, надо успокоить их». Она убрала кинжал в ножны. Скелеты, которых встряхнула магия и схватка, бушевали, щелкали челюстями, стучали костями, собирались в круг для танца. Король, положив фламберг на плечо и опустив забрало шлема, готовился отдать приказ начинать пляску. Не знаю, что делала Гертруда, но получалось у нее хорошо. Уже через минуту костяки вновь начали расползаться по лесу, застывать в самых нелепых позах, впадать в спячку. Эта девушка не только страж душ, но и колдунья. Ведьма, если хотите. В классическом смысле этого слова. То есть при нужде может и метло оседлать, и проклятие наслать. Король вернулся на свое место, демонстративно отвернувшись от меня, и забрало поднимать не спешил. Бой на поляне и мои фигуры основательно повредили множество скелетов. Часть костей рассыпалась без всякой надежды быть собранными вновь. Я уже поднялся, хотя меня все еще мутило, и в ногах была гадкая слабость. Гера, ни слова не говоря, протянула мне маленькую фляжку. «Только не алкоголь!» «Это молоко, Людвиг. Пей!» Сразу же стало легче. «Подумать только. Синеглазый совершил еще одно чудо. Расправился за один раз с толпой убавляющих плоть. Сколько их было всего? Шестеро?» «Семь. Если считать и ту, что ты прикончила». В ее глазах что-то сверкнуло, но я не был готов поручиться, что угадал эмоцию. «Такие подвиги только магистрам совершать». «Ну, я не магистр», — проворчал я. «И без тебя бы я не выжил. Ты здесь какими судьбами?» «Если честно, то совершенно случайно. Ехала в столицу, но почувствовала этих...» Последовал кивок в сторону скелетов. «Решила посмотреть, что такое. А нашла тебя. Насмешка судьбы». «Да уж. Вот и все, что я смог сказать». «Идти можешь?» — спросила она. «Конечно. Ты пешком?» «Оставила лошадь на дороге. Я их усыпила ненадолго. Потом начнут буянить. Не отставай». Она пошла вперед, а я поплелся за ней, любуясь ее гибкой фигурой. За то время, что мы не виделись, Гера отрастила короткую косу, плела в белые волосы алую ленту. Во всем остальном она ничуть не изменилась с момента нашей последней встречи, точнее, расставания. И, надо сказать, расстались мы не в самых лучших отношениях. На самом деле, я чудесным образом избежал превращения в жалкую гусеницу. До сих пор не знаю, что остановило вспыльчивую колдунью. С того времени я не видел Гертруду, хотя пытался отыскать ее, но каждый раз мы оказывались в разных странах, занятые собственными делами, и вот теперь встретились. Она обернулась и с подозрением поинтересовалась: «Чему ты улыбаешься?» «Рад тебя видеть». Она фыркнула, но комментировать это не стала, сказала лишь: «Поначалу я тебя даже не узнала. Раньше ты бороду не носил. Похож на пса. Смешного и лохматого». Я машинально потрогал недельную щетину. Росла она совершенно бесконтрольно, да еще от чего-то разных цветов. От светло-песочного до темно-русого цвета моих волос. Действительно, словно пятнистая дворняга. «Вернусь в Вион, побреюсь». «Не надо. Мне нравится. Ты забавный». Я озадаченно промолчал. «Признала только по кольцу.
польщена, что ты все еще его носишь. Кольцо сделала мне она. Я носил его на безымянном пальце левой руки. Три плоских полоски из белого, красного и желтого золота, завитые несложной спиралью. На каждой полоске выбиты руны крапивы, руты и толокнянки. Ведьма говорила, что когда-нибудь это кольцо спасет мне жизнь. Я и верил, и не верил. Вот уже второй год оно у меня на пальце, но пока еще ни разу не помогло. Впрочем, и не помешало тоже. Мне нравится. Она резко остановилась, потянулась к кинжалу, но я поспешно сказал: «Не тронь его. Это мой». Пугало появилось из замшистых камней, подозрительно посмотрело на Геру и уже не спускало с нее глаз. «А где проповедник?» Она тоже наблюдала за одушевленным, и ее глаза нехорошо щурились. Было видно, что сдерживает Геру от действий только моя просьба. Решил меня не сопровождать. «Как всегда струсил. Ты хотя бы знаешь, что это такое?» «Он одушевленный. И хватит о нем». Гертруда сокрушенно вздохнула. «Иногда я поражаюсь твоему безрассудству, синеглазый. Ну, смотри. Как знаешь. Но я бы не очень-то доверяла этому». «У нас с ним негласное соглашение». «Любишь ты окружать себя странными душами», — сказала она, видя, как пугало присоединилось к нам. «Кстати говоря, что ты здесь делаешь? Ведь не за убавляющими же плоть ты пошел в одиночку». Я пересказал ей случившиеся события, и рассказ длился как раз до той поры, пока мы не оказались на дороге. Ее лошадь, каурая красавица, стояла непривязанная совсем недалеко от кладбища. «Меня ждут дела в столице, но твоя история заинтересовала, Людвиг. Если позволишь, я остановлюсь на ночь в Вионе. Хочу сама посмотреть, что к чему». «Святые угодники!» — подскочил проповедник, когда я вошел в комнату. «Во что ты, черт тебя побери, ввязался? Иисусе Христе! А она тут откуда?» «Привет, проповедник», — сказала Гера, равнодушно скользнув по нему глазами. «Все еще торчишь здесь, вместо того, чтобы вкушать благодать в раю?» «Не тебе говорить со мной о рае, ведьма!» — возмутился тот. «Между прочим, официально зарегистрированная ведьма». Она села на стул, сняла перчатки, бросила их на стол. «Грамота с печатью псов господних прилагается». Проповедник терпеть ее не может. Гертруда — уроженка карманного герцогства Барбург, где взгляды на колдовство куда более терпимые, чем в других странах. Проповедник родом из Лейзерберга, самого консервативного княжества в этом регионе. Он не может понять, почему церковь не оттащила колдунью на костер, а стражи приняли ее к себе. По мне, так все просто. Двоюродный дядя Геры — кардинал Барбурга. У церкви, вопреки мнению обывателей, свой взгляд на людей, владеющих запретными чарами. Если такие люди признают власть папы, распятие, причастие и святую Троицу, то есть шанс, что их существование одобрят. Хотя бы потому, что ведьмы на службе у церкви гораздо лучше знают собственную магию, а значит, могут помочь справиться с теми, кто несет в мир зло и анархию. Разумеется, инквизиция накладывает на лояльных темных некоторые ограничения и обеты, да и следит за их поступками с большой тщательностью, во всяком случае, первое время. Именно по этой причине ее взяли к нам. Гера обладает не только даром, но и магией, которая недоступна никому из нас. «Хватит стенать, проповедник», — сказал я, доставая бутылку вина. Пугало села во главе стола и начала точить серп. Хотя по мне это являлось бесполезным занятием. Им и так уже можно было бриться. «Касательно твоего рассказа, на мой взгляд, так нет ничего загадочного». Гера ловко швырнула свой берет на мою кровать. «Во всяком случае, в поведении крыс и пляске мертвых». «С интересом выслушаю». Проповедник хмыкнул с явным пренебрежением, но на него никто не обратил внимания. «Крыс принято считать слугами тьмы. Многие называют их тотемными зверьми мелких бесов. Но с учетом того, что они разносят чуму и губят зерно, в этом нет ничего удивительного». «Обычное заблуждение, Людвиг», — сказал Гертруда. «Крысы пользуются бедствиями, но тьму, настоящую тьму, не переносят. Поэтому стараются держаться от нее как можно дальше». «Считаешь, что в Вионе тьма?» «Или скоро будет.
Нечто готовится, я это чувствую, но что именно сказать тебе не могу. Послезавтра я буду в столице и сразу же пойду к псам. Сообщу им, что дело серьезное. Думаю, им уже доложили, резонно заметил я. Ты все еще оказываешь услуги клирикам? А разве у приличной колдуньи есть другой выбор? Усмехнулась она. Скрываться от инквизиторов весь остаток жизни не по мне. Что касается пляски смерти, то ты ошибаешься. С кладбища их подняли. Но никакого ритуала там не проводили, я уверен. Верно. На погосте никто ничего не делал. Смею предположить, что колдун не хотел, чтобы его волшебство обнаружили так быстро. К тому же всегда есть шанс, что делом займется кто-нибудь не слишком опытный в делах темной магии, даже если это люди инквизиции. Уже бывали случаи, когда то или иное явление списывали на стихийные проявления дьявольских козней. Но поверь мне, синеглазый, это дело рук колдуна или ведьмы. Будь у меня время, я бы осталась с тобой и поискала то место, где он проводил ритуал. Следы, как их ни прячь, остаются. Главное знать, что искать. «Я не знаю», — хмуро пробурчал я. «А тебе это и не нужно», — она примиряюще улыбнулась. «Ты ценишься совсем за другую работу. Оставь это дело на инквизицию. Они умеют справляться с подобным». «Псы господни, как видишь, не здесь. Я обещал помочь». «Твои обещания сведут тебя в могилу», — подал голос проповедник. «На этот раз соглашусь с ним», — кивнула Гертруда. «Но, зная тебя, понимаю, что ты не отступишься. Ты думал, почему ушли души?» «Причин может быть тысяча», — я пожал плечами. «Разберись с этой причиной и поймешь, что случилось. Удивляюсь тебе, полез к скелетам вместо того, чтобы найти того мальчишку. Он может многое знать». «Я планировал этим заняться после обеда». «Уже ужин, и через час начнутся сумерки. Не думаю, что разумно лезть наверх в темноте». В ее словах был серьезный резон, так что мне пришлось согласиться и отложить поиски. Продолжение и окончание рассказа Алексея Пехова «Ведьмин Яр» в следующем подкасте «Модели для сборки».